Dr. Irina Saed este medic ucrainean care s-a refugiat din Odessa în România din cauza războiului. La fel ca alte sute de mii de ucraineni, a plecat cu familia cu un bagaj minimal. Cum a ajuns în România, cum s-a adaptat aici și ce gânduri are, vom afla chiar de la ea. Aș vrea să ne povestiți puțin despre viața dumneavoastră înainte de război. Cum era viața de familie, viața profesională ca medic și cum decurgea practic o zi din viața dumneavoastră? Ну, моя довоенная жизнь, особенно после двух месяцев практически военных действий, естественно, кажется мне большим счастьем. Я жила в прекрасном городе, красивом. У меня большая семья, я имею троих детей. Я занимаюсь своим любимым делом, медициной. Муж мой тоже доктор. Слава Богу, мои родители живы, то есть все у меня было хорошо до определенного времени, но вот, к сожалению, все это резко поменялось. Unde lucrați și ce vârste au copiii dumneavoastră, respectiv părinții cu care ați venit? Моим детям старшей дочери 29 лет, она сейчас работает в Дубае. Она закончила университет в городе Одессе и уже после университета имеет возможность ну, продолжать свою карьеру. И в этом году должны закончить школу среднюю мои двойняшки. У меня двойняшки, девочка и мальчик, им по 17 лет. Они мечтали быть тоже докторами, ну вот с этими событиями я даже не знаю, как это все получится, потому что мечтали поступить в медицинский университет оба. Родители уже 75 лет, моей маме и папе. Мама со мной, папа остался в Одессе. Cum v-a schimbat războiul viața? Ну, конечно, она перевернула ее буквально с ног на голову, потому что я думаю, что не только я не могла представить этого ужаса, который произойдет с моей семьей, с моими согражданами. Это, конечно, ужасно. То есть полностью перевернула, и сейчас нет никаких планов. Ну, есть надежда, есть вера, что скоро все это закончится. То есть все совершенно поменялось в моей жизни. Cum v-ați decis să plecați și în ce moment ați ales să fugiți din Odessa? Мы решились буквально через две недели начала военных действий. Меня подтолкнули к этим действиям, конечно, как маму, желание и возможность спасти своих детей прежде всего, для того, чтобы дать им будущее. И более того, моя старшая дочь давно мечтала, и как бы был контракт у нее, работа в другой стране. И чтобы ее вывести, помочь ей, морально поддержать ее, мы, собственно, сюда и попали в Румынию вот таким образом. Ce anume v-a făcut să rămâneți în România? De ce ați ales să vă opriți aici și să nu plecați mai departe? Ну, сказать откровенно, Румыния была для меня и моей семьи, в общем-то, случайно. Мы, пересекая границу Молдовии, попали сюда. Но когда мы некоторое время здесь остались, вынуждены были, я поняла, что это место очень близко для меня. Люди очень близки по менталитету к украинцам. И отношение, оно просто подкупило, и я подумала, что нет смысла куда-то двигаться дальше. Вот таким образом. În ce stare ați lăsat casa, locul de muncă, soțul și alți membri ai familiei și dacă mai țineți legătura cu ei? Ну, остался у меня, к сожалению, папа, потому что он уже в достаточно уважаемом возрасте, и он ну, не захотел, даже, можно сказать, не смог физически сюда приехать. Мы, конечно, очень переживаем о нем. В состоянии, ну, с минимальным, можно сказать, без багажа, как говорят, в чем был, в том и вышел с квартиры. Вот, взяли только документы, потому что, в общем-то, это самое основное. Самое дорогое – это мои дети, моя мама. Ну вот и все, все, что мы взяли с собой. Все, что было, все осталось дома, естественно. Я думаю, что это многие так украинцы просто... Ну, они не могли и не хотели ничего брать, кроме самого близкого, это своих родных. Țineți legătura cu colegii de muncă, cu medicii, cu asistentele medicale din Odessa și ce vești aveți de la cei care au rămas? Да, конечно, я каждый день созваниваюсь, мы обмениваемся информациями, обсуждаем новости, военные новости, то, что происходит в городе, естественно, я человек общительный, и у меня осталось очень много близких друзей, коллег, которые, к сожалению, ну, не все смогли выехать, у многих мужья и дети призывного возраста, то есть с 18 до 60, и они
остались защищать свой город, свою страну. Spitalul în care lucrați mai funcționează, pentru că multe spitale au fost bombardate. Aveți colegi care și-au pierdut viața în război? Дело в том, что я работала на двух местах, то есть это государственная одна структура, которая сейчас, к сожалению, закрыта, и мои коллеги не имеют возможности давать медицинские услуги. И вторая часть организации – это частная клиника пластической хирургии, которая, к счастью, минимально, но работает. И мои коллеги оказывают услуги медицинские, делают оперативные вмешательства, консультации. То есть я рада, что все-таки минимально, но они работают. Ați primit cereri de ajutor de la colegii dumneavoastră, de orice fel, și cum v-ați implicat să-i ajutați? Ну, мы обмениваемся информацией, это прежде всего, наверное, моральная помощь, то есть мы очень друг друга поддерживаем, надеемся на скорую победу, обмениваемся все равно позитивной информацией, и я считаю, что это важно очень, то есть они поддерживают меня, я в свою очередь поддерживаю их. Ce este cel mai dificil pentru un medic refugiat în altă țară? Ну, я думаю, что, наверное, все-таки найти себя профессионально, то есть действительно в каждых странах и европейских не секрет, существует достаточно бюрократическая система, которая не позволяет даже грамотным врачам быстро устроиться на работу и найти себя в этом обществе. Вот это, наверное, сложно. Ну и, конечно, мысли о доме, они не дают спокойно быть, потому что каждый, не только врач, но каждый мой сограждан, он переживает о том, что происходит дома, о том, что происходит в стране. Это самое главное, наверное, неприятное качество, которое есть. Cum ați caracterizat tot ce vi s-a întâmplat din cauza războiului și ce mesaj aveți pentru români? Ну, то, что произошло лично с моей семьей и с украинскими людьми, это, конечно, очень страшно, это ужасно, это большая катастрофа, к сожалению, которая может коснуться каждого. Каждый из нас при таких ситуациях думает, что это только с кем-то, но не со мной. Но, как показало время, это может действительно коснуться любого человека, любой семьи. И надо приложить максимум усилий во всем мире, чтобы это больше никогда не повторилось и как можно быстрее закончилось. А румынскому народу я бы, конечно, хотела передать не только от себя и своей семьи, но от многих людей, украинцев, с которыми я здесь общалась, низкий поклон, слова благодарности, слова признательности за их добро, за внимание, за участие в нашей судьбе. И мне понравилась буквально фраза, которая пару дней назад я была в центре с беженцами. Одна уже, ну, достаточно в уважаемом возрасте украинка, когда я ее осматривала, она так, когда я спросила, как она себя чувствует, как ей здесь, в этом центре, она сказала, что, вы знаете, я уже прожила большую жизнь, и я думала, что добрее украинцев никого нет в мире. Но оказывается, говорит, есть, это румыны, говорит. И я вот две недели буквально в слезах от их внимания, от их заботы, от их поддержки. Ну вот это мне тоже запомнилась эта фраза, это действительно так. Câți medici, colegi de-ai dumneavoastră, au părăsit țara, Ucraina, și câți au rămas în momentul de față, din cei cu care țineți legătura? Ну, я думаю, что достаточно много вынуждены были уехать, вот, и со многими, ну, я поддерживаю, из Великобритании, мои есть коллеги, это, они работают сейчас гинекологами, допустим, врачи. Многие пока в процессе устройства. То есть некоторые коллеги, они, конечно, надеются, что все это как можно быстрее закончится и все-таки хотят вернуться домой. Dacă ar fi să etichetați războiul, să-l caracterizați scurt, cum l-ați caracteriza și cu ce boală din medicină l-ați asemui, nu știu, cu cancerul, cu o boală rară, cu ce anume l-ați asemui și care este speranța dumneavoastră, pentru că toți ucrainenii speră cât mai repede să se întoarcă acasă. Care este speranța dumneavoastră și în cât timp credeți că veți putea reconstrui ce a fost?
Я думаю, что действительно правильное сравнение – это раковая опухоль, да, война. То есть каждый, перед человеком всегда есть выбор – война, жизнь или смерть, добро или зло. И вот зло в виде раковой опухоли нужно как можно быстрее ликвидировать. Не секрет, что многие страны работают над препаратами в этой важной очень, по сущности, проблеме. И, конечно, наверное, нужно менять мышление не только украинцев, не только россиян, а во всем мире, чтобы человек был настроен на мир, на развитие, на добро и ни в коем случае не на военные действия. То есть не захватывать чужие территории, не убивать людей, не делать зло. Это пример, наверное, для всего, для всей цивилизации, что нужно во многом пересмотреть свое отношение к жизни и ценить каждую минуту, каждую секунду прекрасной жизни, когда человек находится в семье, когда он может обнимать своего ребенка, когда он может радоваться вот весеннему дню сегодняшнему. Конечно, вот это важно, наверное, я думаю, очень.